Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня очередной интересный тестик, интересной имбушки. Скажем так, того героя, именно с которого я начал играть, это был одержимый. С того момента, как его ввели в игру, я и начал играть в Cast of Clash. Герой реально очень интересный, очень универсальный. На сегодня не имбовый, но у нас максимальная прокачка, и мы обязаны протестировать его, что он может на максималке. 9-й пакт, маскировка 8-8, у него будет рунами, эмблемкой точнее, то есть такая вот сборочка, доспех для жизни, снаряги, он у меня собран вот так вот, крит урон, уклонение, урон, ну в общем такая вот сборка. На сегодня он, ну скажем так, он бесполезный, потому что его шатают, но на такой сборке, возможно, его шатать не будут. Но опять же, не в моем топе. В моем топе это ни о чем. Сейчас вы это сами увидите. Сейчас смотритель его хлопнет. А тут смотрителя нет. Вот интересно, кстати. Сейчас пусть он войдет в форму. Тоже Махатма или он? Все-таки Махатма, он ушел в инвиз. Не, все-таки он. Видели, какой у него урон бешеный? Фига себе он выдал. Кстати, неплохо получается. Винвиз уходит и сразу же шатает. Давайте ради интереса еще кого-то попробуем. Нету у меня, кстати, сейчас смотрителя. Очень хорошо. Можно тестировать. Для бездона он неплохой будет на подземке. На PvP локациях. Ну, я бы не сказал, что он особо там будет тащить у вас. Но смотря какой топ. Ну и, конечно, с такой прокачкой вы его не сделаете. Ну вот и все. Вот и ребятушки потестили. Давайте немножко другой топ какой-то найдем. Топ 3000, например. Тут наши истинные. Не хочешь атаковать? Давай, топ 3001. Окей. С такими героями сейчас опять же ушатают. Ну, смотрите, доспех неплохо. Можно победный ему поставить. Ну, вариантов хранитель леса. Нас уже там, пока мы бежим, недомогание нам кинули. В общем, все дела, пока он... Такс. Ну, давай. Включайся, родной. Сейчас посмотрим. Ух, сейчас, я думаю, будет влетать. Главное, все. Ну, влетело... Прилично облетело, конечно. Ну, слился на отражалке. Но, видите, герой просто унес. То есть, есть в нем толк. Так, давайте следующего попробуем. Не хочет, да? И пойдем на более интересные локации для него, так как он... Ну, это не тот герой. Раньше когда-то им бегали в рейды, сейчас уже... О, отлично. Анубис воодушевлением. Ну иди сюда, красава. Куда Космо? Что за подстава? Вот, кстати, смотрите, как красиво ушел Винвиз и убрал с собой сразу же Анубиса. Это было красиво. Ради такого реально стоит потратить дофигища ресурсов, денег, чтобы просто убить один раз Анубиса, и он ушел Винвиз. Так, поехали. Самое интересное у нас будет вот здесь. Именно для таких целей они и качаются. Раньше, когда у нас не было возможности там иметь топовых героев, проходить Минотавра, для бездоната это вообще идеальный вариант. Он входит в свой облик, скажем так, второй, и он не боится стана. И посмотрите, что он чудит. Сейчас он будет просто их тут по одному вышибать. Ну, должен, по крайней мере. Он снимает бафы с героев, что немаловажно. Посмотрите, какой урон. Хорош. Сейчас бы, если бы он еще ушел в инвиз, дополнительно получить у него урон, так как у нас не срабатывает, к сожалению, пока он их так ушатает. Ну, поляму выдает. У него встроенный берс 8, что тоже немаловажно. То есть скорость атаки у него приличная. Самое главное, чтобы его сейчас нормально... подчекрыжили, он начнет вообще выдавать тут мега урон. Ну, как видите, это получается с пактом вот такой где-то приблизительно урон. Давайте еще разок нападем.
Попробуем сейчас его закинуть вот сюда. Получится. Воу-воу-воу-воу, ушел инвиз. Ого, нифига себе, посмотрите, как он разошелся. Ну и все, и слили. То есть, как видите, 30-й прорыв не всегда есть какая-то имбовость. Ну, скажем так, даже на обычных героях, на некоторых он меняет героя, на некоторых вот просто вот такое вот. Такая вот какаха у вас получается. Ну, вот его слили просто. Просто ни о чем. Даже он не успел в инвиз уйти. Будет 30-й прорыв. Хорошо. Давайте теперь попробуем на другой подземочке. Попробуем давайте на... Вот неплохо он заходит на 5-й. Именно против черепа. Я не знаю, или он сейчас тут, конечно, так у нас получится. Или его не ушатает. Вас, скорее всего, ушатает быстрее. А нет, вот он. Вот посмотрите, что он делает. Он снимает баф черепа и говорит черепу «до свидания». Ну и череп ему говорит «до свидания». Пробуем еще раз. Ну, я без магии прохожу, потому что с магией, с такой прокачкой, как-то стыдно заходить сюда. Засмеют моба. Давай, тащи. Но урона у него действительно вот с маскировкой в инвизе будет очень много. Еще один плюсик небольшой есть то, что он себя с формы отхиливает. То есть это тоже немаловажно. То есть он уходит в форму, отхиливает себя. То есть у нас все шансы есть. Ну плюс ангел у нас. Смотрите, что делается. Ну просто слили как нуба какого-то. Стыдно. Стыдно такого героя не с 30-м прорывом не пройти эту подземку. С магией пробуем здесь. Ну конечно, был бы у нас там дафный вариант, это со, например, он бы чувствовал себя намного лучше, потому что он с каменкой или сон просто кайфовый герой получается, танк, который снимает еще и бафы, и плюс у него обалденнейший урон по зоне. Вот посмотрите, как с берсом он начал работать. Тут сейчас череп может просто нас ушатать на следующем инвизе. Нет, отлично. Успели. Посмотрите, какая скорость атаки. Чудесно просто. Ну, шансы есть. Вот видите, кулдаун 4,5 секунды. Все-таки многовато. Вот, отлично вошел в форму. Ну, тут как повезет сейчас, конечно. Он сейчас, наверное, подойдет черепу. Отлично. Ну, вроде как бы вроде и все, думаю. Хотя он сейчас на разрухе может слиться только так. Не, нормально. Нормально. Красавчик. Вот чисто ради этого его и стоит. А, все равно слили. Хоть и черепу пришел. Чисто вот ради такого фана. Так особо его качает, но я говорю, без доната однозначно надо качать, потому что он будет на любой прокачке, он будет у вас под магией очень-очень хорошо помогать. Против мобов, то есть сливать здания, видите, у него зона атаки очень большая, то есть он впереди себя бьет на приличное расстояние. Тут сейчас ему кранты просто. Ну, 34% вынес, дальше просто выкидывайте всех своих героев с 30-ми прорывами и свободно набираете 50, и вы можете свободно пройти дальше, если вы застопорились на этой подземки с 30-ми прорывами, то вы, наверное, еще круче дана, чем я. Вот так вот. То есть в этом плане он реально хорош. И его применять можно и до сих пор. Поехали в следующую локацию. Вот сюда. В экспедиции тоже им фармить можно очень и очень даже хорошо. Единственное, такой же, как и везде вариант, его будут сливать смотрители, либо какие-то герои там с хорошими прокачками. Вот смотрите, смотритель нас ударил, герои заморозили, в инвиз он не уходит,
почему-то, как ни странно, заблокировали умение. Вот наконец-то он ушел в инвиз. Вот сейчас он начал выдавать какой-то урон. 61%, отлично. То есть тут получается ускорялка еще плюс его берс, это реально очень круто. Против Фрейя, там, против Огника он ничего не сделает, какая бы у него прокачка не была. Единственное, что он хорошо снимает бафы, и в некоторых ситуациях это реально спасает, но опять же не в топовых левелах, потому что в топовых левелах есть много других героев, которые запросто снимут те же самые бафы и не сдохнут так, как он. Нет у него никакого ограничения, это, конечно, печально. Ну, сейчас он, скорее всего, сольется на них. Не включился, посмотрите. Он отжигает, ребятушки. Вот сейчас мы против Фрей просто залетим, мне кажется. Сейчас нас Фрея поставит. Смотрите, ушел Минвиз. Красава просто. Ну а дальше что? А дальше все. Вот так вот потестировали. Давайте потестим на арене наши любимые. Здесь он тоже в свое время реально чудил. И можно было танковать прикольно. То есть вариаций очень много было. На сегодня, на сейчас, ну это уже не то. Как и, наверное, 90% алтаря. Он бесполезный в этой локации. Его сольют до того, когда же он добежит. Ну, тут он просто с руки выносит. Просто красавчик. Ну, видите, зона атаки у него реально очень большая. Заблокировать тоже можно. Сейчас его ушатают нафиг. Вот все, ослепление и до свидания. Ну, то есть, даже смысла нету дальше показывать. В збшки. Давайте его поставим, просто посмотрим, что с этого получится. Ну, тут противники слабенькие. То есть в таких вот локациях он хорош, когда он будет вот тоже одержимый напротив. Он будет снимать бафы с героя. Посмотрите, что он делает. Просто красиво. Ну, там герои не прокачаны. Когда он будет в пачке на задней линии, и он включится и снимет бафы, это реально очень большая польза будет для ваших героев. То есть в таком случае он реально очень классный командный перс, если вы ему еще ремку. У него хотя и быстрый набор, но лучше ему даже ремку поставить, чтобы он со следующего тыка включился и снял бафы. Ну, наверное, 90% случаев он до этого не доживет. То есть, как бы вы ни старались, вы ничего не сделаете. Вот против таких героев, как вот здесь, ну, что он может сделать? Да, он там кого-то шатал, но остались там три героя, которых он никак не убьет. Да добивайте, давайте уже. Отлично. Ну тут выстоял, ну опять же против кого? Без доната. Странно, странно, что на хроне не слился, не успел. Ну, видите, то есть у него плюсы. Не совсем все печально, скажем так. Ну и
Мега там крутости какой-то нет, но востребованность все равно в нем остается, особенно для бездоната. Тем более его можно получить там с командных подземелий и без проблем нормально трешевать. Так вот, всех их. Жух-жух и все. Неплохой, кстати, урон. Мне понравился. Ну, интересно, конечно, было против этой пачки посмотреть. Вот такой вот, ребятушки, герой. Пишите в комментах, что вы о нем думаете, кто где использует. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.